друзья, мы путешествуем на Peugeot Traveler. Это минивэн. Причем мы путешествуем вшестером. Можно было загрузить 7 человек. Есть 8 даже местные версии. И вот что мне нравится. При трехрядном салоне у нас остался большой багажник. Здесь, собственно говоря, провиант на 13 человек, ну не считая наших вещей. Большинство машин трехрядных, когда мы поднимаем последний ряд сидений, багажника просто не остается. И вот в этом большой плюс именно минивэна. Он здесь просторный. А единственное, не очень удобно и вообще не очень понятно, вот эта полка, она мешает грузить, особенно вот туда вдаль. И куда ее убрать, я, честно говоря, тоже не понял. Мне бы была бы ближе вот обычная нормальная складная шторка. Запасное колесо находится под днищем автомобиля, и здесь вот есть специальный фиксатор, чтобы его опустить. То есть делать это можно без разгрузки вещей. Дверь, конечно, огромная, просто тяжелая. Вот, в принципе, оперировать ей несложно. Но главная проблема, что очень большой размах. То есть, если вы где-то припарковались вплотную, вы ее просто не откроете. Задняя дверь в этой версии открывается автоматически, очень приятно. Места среднего ряда, они, конечно, очень просторные. В принципе, вот получается такой запас места. То есть здесь и над головой, и перед коленями. Есть подлокотники с обеих сторон. Есть столик, что тоже очень удобно, приятно. Можно даже ноутбук положить. И есть третий ряд сидений. Можете полюбоваться. Конечно, мы сюда посадили наших самых грациозных пассажиров. Здесь есть тоже множество там приятных мелочей, вроде бокса и отдельного климат-контроля для заднего ряда с отдельными дефлекторами, с отдельными регулировками, что при таких размерах салона тоже очень важно. В общем, для путешествий именно всемером, вшестером, вот эта машина, конечно, превосходит большинство кроссоверов. Но надо понимать, что она все-таки довольно большая, огромная. В городе при маневрировании это чувствуется. Спасибо за внимание. В остальном, о том, как она едет, насколько она проходима, читайте в нашем тест-драйве. Спасибо.